я к нему буду браться. Васька, здорово. Сховався наче. Слухай, ти, по-моєму, перший політв'язник, який вийшов по терміну. Да. Ти пам'ятаєш ще такі випадки? Так. Термін, час, день. Хорошо очень выглядишь, Вася. Завжди некая эйфория, когда выходишь оттуда. Уже никто не кричит зранку. Подъем, отбой, вечеры. Что хочешь, то и роби. Чего зараз больше за все хочется? Да, чего хочется зараз больше за все? Ванну, пакет. Это все письма. Да, не забывали вас. Проходили письма. Да, приходили отусюль, из Вашингтона, там из Чехии, из Украины, из Баранича, из всей Беларуси, отусюль. Ты с собой взял самое дорогое, смотрю, с одним пакетом письма забрал. Сокамерники хорошие были. Сокамерники все, да, все люди. Ну, одно, что они такие некие, ну, доводилось им доводить, они починали. Говорить, что вот Беларусь, такая страна, что тут душить, и все. Я говорю, так а что вы сделали, как в Беларуси жилось лепей? Ну, задайте себе это питание, что сделали вы в первую очередь, как было лепей тут? А ругать и там клясть інших, это простее за все.